Украины. Напомню, для него это второй взрослый чемпионат мира. На юниорских чемпионатах мира он трижды выступал. Входил в топ-15. В частности, последний юниорский мир для него в 2020 году был. Но вот здесь это непростая задача перед ним стоит. Пожелаем ему удачи. Напомню, выступать он будет под песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». Мне кажется, может быть, он доволен. Не совсем чистый прокат вышел. Получилась помарочка на тройном акселе. Немножко ему снимают. 0,8 за это. Мы видим, сейчас он по технической оценке выходит в лидеры. Не стал он все-таки прыгать четверной сальхо в короткой программе. И я думаю, что это было абсолютно правильное решение, потому что в этом сезоне он... Выступая с четверным сальховым в короткой, ну, мы чемпионат Украины выносим за скобки, был это Нибельхорн Трофи и Будапешт Трофи, там он не набирал больше 70 баллов, а вот катаясь с этим контентом, который он продемонстрировал нам здесь, он набирал за 75. Это та сумма, которая... По идее, должно хватить для попадания в произвольную. Получит ли он сейчас здесь ее, посмотрим. Вот нам показывает аксель на повторе. Касание рукой было, за что он и получил небольшой минус. Тройной слут, тройной тулуп. Все хорошо получилось. Очень прибавил Ваня в катании за последний год. Видно, что не сидел он без дела во время карантина.
интонации чувствуется творческая рука Дмитрия Дмитренко, который сам, когда катался, был очень самобытным фигуристом. И вот сейчас уже как хореограф и тренер ставит такие прекрасные программы своим ученикам. Музыку выбрал сам Ваня для короткой. Говорит, что пытается каждую нотку передать на льду и показать, что он чувствует. Ну, а главная задача — это что, то, чтобы у людей побежали мурашки от его проката. Видим справа от Ивана его тренер Марина Олеговна Амирханова. Так, надо. 73-98 набирает Шмуратко. Это не его личный рекорд, чуть-чуть не набирает где-то 1.5 балла до личного рекорда, но это хорошая сумма, и это надежда на попадание в произвольную программу, с чем мы его и поздравляем. Слышали вы перед началом, ну, перед тем, как появились оценки на табло, комментатор на стадионе, на арене объявил «The scores, please». Именно так Ваня назвал свой подкаст, который они делают вместе с Андреем Кокорой.